После того, как все закончится, я ему скажу. Когда-то я тоже думал, что многое в твоей неприязни ко мне и к жизни основано на болезни, а именно на каком-то расстройстве с той поры, когда тебя из-за душевной болезни твоей матери грубо выхватили из детства и швырнули в люди. Ну и так далее. Но такие болезни, то есть душевные травмы, оставшиеся с юных лет, есть почти у каждого сколько-нибудь сложного человека. И есть, кроме психоанализа, масса способов с ними справиться. Ты носишь костюм от Эрика Баржара. Рубашка Хэйди Слимон из магазина мужской одежды Сан-Лоран, Рив Гош, туфли от Берлути, часы Royal Walk, очки Stark Eyes, трусы Banana Republic, купленные в Нью-Йорке. Ты владеешь пятикомнатной квартирой Сан-Жермен-де-Пре. В твоем распоряжении имеются также спутниковый GSM-телефон с факсом, полдюжины стульев эпохи Людовика XV, BMW Z3. Большинство других вещей, коими ты владеешь, приобретено у колец. А если не у колец, значит у Катринами. Если у колец и не у Катринами, значит ты не у себя дома. Имея все эти вещи, ведя столь роскошный образ жизни, ты, по идее, должен быть счастлив. Так почему же счастья нет? Почему ты без конца набиваешь нос клином? Как можно быть несчастным при банковском счете в 2 миллиона йен? И если уж ты стоишь над краем пропасти, то кто же там одни? Пожалуйста, внимание. Вы, конечно, слышали кое-что о Ромео и Джульетте. Так вот, забудьте все, что вы о них знаете. Постарайтесь забыть даже текст Шекспира, если вы его читали. Я буду давать вам отрывки из разных мест пьесы. А вы читайте так, как вам видится это в настоящий момент. Короче, не старайтесь играть. Читайте лично от себя. Надеюсь, ясно, да? Вот так. Нынче тебя подстерегает бессонная ночь. Со времени ухода с Софи ты маешься по выходным, как проклятый. Ты тупо смотришь на ТВ, тысячи девчонок, бикини, коротеньких, вышитых, маешься.
дрыгают ножками на гигантской танцплощадке под открытым небом. Явно где-то на Саунд-Бич в Майами. Чернокожие крепыши прижимают их к своим накачанным шоколадным лоснящимся классом. Верона, уважаемый Самир, Верона, где встречают нас события, ведут междуособные бои и не хотят понимать кровопролитие. Друг друга любят дети главари, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Софи, ты вернулась. Что с тобой? Что-то случилось? Ничего не хочу. Как же все это случилось? Ах да, мы с ней ужинали в ресторане. Нам нужно расстаться. Я умру где-нибудь в одиночестве. А ты оставь меня. Начни свою жизнь заново, пока ты еще молода, красива. Я не способен воспитать ребенка, я сам еще ребенок. У меня было отца. Так как же ты хочешь, чтобы я остался? Я ваших рук рукой коснулся друга, чтоб мыть прощенку для дороги. Погоднился с полом очень сгубы. Но поцелуй для готовки. Хорошо. А теперь ты, Яна, отвечаешь на его реплику. Святой отец, пожатие рук законно. Пожатие рук – естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны. Прикладываться надобности нет. Ты чудовище. Да, я чудовище. И ты меня любишь. А значит, ты такая же дурюха. Как мне со фантазией. Почти встретает. Что бы ты подальше? А как скажи расстаться мне с тобой? Ты как ручная птица сигареты, привязанная жидкой к руке. Ты как ручная птица сигареты, привязанная жидкой к руке. Не подает ли ты навес под вес? Вот тащит мир на шелковом свитке. Вот так и мы с тобой. Мне так хотелось той птицей быть. О, этого и я хотела бы. Но я бы умертвила тебя своими ласками. Прощай, прощай, а разойтись нет мочи. Так и придуть бы век. Спокойной ночи. Прощай, спокойный сон тебе приди. И сладкий мир разлей в твоей груди.